Итак, где находится аптекарь, где купить целебные зелья, и, собственно, можем мы долго должны где-то 50-60 монет. Welcome, Henry. Вот, мы сейчас находимся, если что, здесь, в Ротае. Вот здесь просто не видно, но там тоже будет бутылочка с надписью «Аптекарь». Вот у него можно купить различные зелья, рецепты и так далее и тому подобное.